Еще один способ покажет, как собачку научить заходить в клетку, оставаться в клетке. Он немножко попроще для начинающих. Берем голодную собаку, берем горсточку еды, показываем собачке, подразнили, вот, вкусно, 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 в клетку забрасываем. Клетка закрыта. Собака хочет получить корм. Она сейчас будет предпринимать какие-то действия. Бегать вокруг клетки, пытаться достать корм, пытаться пол прокопать. Клетка. То есть наша команда запускает собаку в клетку. Она съедает корм. И теперь выдержка за то, что она нам съела. Да, молодец. Да, молодец. Покажу клетку. За то, что находится в клетке, не скулит, не орет. Да, молодец. Отлично. Я сейчас без кликера делаю. Если кто-то не хочет кликер, или начинающий кликерщик использовать не умеет, не знает, не хочет, не нравится кликер. Отпускаем. Да. Да, молодец. Смотрите, такой дальше я откажу. Да, молодец. Беру горсть корма в руку. Открываю клетку. Убегать из меня не надо. Кормом я удерживаю собаку, чтобы она из клетки без разрешения не выбегала. Гулять. И выложить кусок еды.